Всем здравствуйте, меня зовут Ирина, город Санкт-Петербург. Я сегодня в шапочке, это значит сегодня день спа. Маску для волос я уже сделала. Держу ее где-то час-полтора, все зависит. Времени от настроения, ну, меньше часа, ну хотя бы полчаса. Вот так вот. Что я сегодня хочу проэкспериментировать? Ну, во-первых, две вот такие вот масочки, которые мне пришли. Вернее, одна пришла. Вот эта вот, которую тогда мне перепутали, так и не прислали. Я ее заказала все-таки, потому что захотелось. Это натурально, это от Organic Zone. Значит, это гидрогелевая маска для лица с ахокислотами, с лифтинг-эффектом, 50 мл. Вот она. Эта масочка, она много чего обещает. На самом деле, что ж такое-то? Так, лифтинг-эффект, подтягивает кожу, оказывает омолаживающее действие, борется с признаками усталости. Здесь у нас деионизированная вода с экстратом шиповника, экстратом цвета груши, экстратом айва, маслом макадамия, альгинат натрия, ксантовая камедь, гель алоэ вера, гликолевая кислота, это очень хорошая кислота, винная кислота, яблочная кислота, уксусная кислота, глицерин, растительная молочная кислота, сорбиновая кислота, сорбат калия, цитрат серебра, сквалан растительный, витамин С, экстракт розмарина, ароматическая композиция. Что хочу сказать, когда много разных кислот, это очень хорошо, потому что они друг дружку усиливают. Значит, я уже открыла. Пахнет, кстати, очень хорошо и ненавязчиво, как есть некоторые косметики. Откроешь, боже, ради меня обратно. Приятно. Это с аминокислотами. Другая маска, которую я купила. Вот коробочка. Это белорусская уж косметика. Та была наша. Это белорусская косметика. Здесь у нас... Я покупала тоже типа с ахокислотами. Ревитализирующая маска для лица с муцином улитки. Здесь гликолевая кислота тоже есть. Алантаин, коллаген, эластин, витамины, микроэлементы, аминокислоты. Значит, здесь состав указан на английском, что я не очень люблю. Я люблю, когда все пишется на русском, что я все понимала. Ну, здесь присутствует белая глина, масло ши. Но это не активные, что называется, компоненты. Поэтому я решила, думаю, ладно, попробуем. Нанесла сюда на тыльную сторону локтя, нанесла немножко, походила, все, мне даже не порозовело. То есть, понимаете, вполне возможно, у меня на эту маску аллергии не будет. Что я решила? Я решила одну сторону намазать одной маской, другой другую. И посмотреть, какая лучше будет, от которой будет лучший результат. В общем, посмотрим. Здесь витамин А, С, Е, В, 6. Это вот эта вот масочка. Такая вот. Вот у нее. Баночка. Вот. Ну, она практически не пахнет. Практически. То есть такой еле-еле уловимый аромат. На кожу век я нанесу вот эти патчи. Эти патчи. Ну, как я уже говорила, они как бы не акти. Увлажняют, но не борются с припухлостью. Про синяки я вообще молчу, как бы я не заметила никакого эффекта от этой. Это белорусская Витекс косметология. Видите? Ну, как бы так бы. В общем, посмотрим. Ну, и нанесу на руки Денисте. Вот такой пилинг ахокислотами. Ну, а потом на руки масло ши. Ну, как бы дальше все посмотрим. Ну, значит так. Ой, солнышко, я отражается от... У нас уже второй день, солнышко на улице. Отражается от самотока напротив дома. Ой, не то схватила. Ну, сейчас я нанесу сначала патчи для глаз. Они, конечно, жидкости у них достаточно. Стоили они что-то там в районе 500 рублей. Ну, это со скидкой. Что-то так они мне обошлись. Я уже не помню, я давно покупала, я вам показывала. Нанесу. Ой, ой, эта жидкость, чтобы не пропала. Так, ой, ты куда же забралась-то? О, ой, сколько понеслось этой жидкости. Так. Так, ну-ка давай-ка мне там складки лишние не делай. Их достаточно. Так, на второй глазик. Что-то так много. Вот. Со вторым более успешно, быстрее. Здесь процесс произошел. Ну, это так, на время. Значит, что? Некоторые вот эти вот патчи накладывают вот этим тупым кольцом круглым, да, как бы сюда. Ну, я считаю, все-таки морщины-то у нас вот так вот расходятся, да. Вот, поэтому я как бы накладываю эти патчи именно вот так вот. Увеличение от носа. Так, все, закрыли. Патчи надо держать в холодильнике. Прикрыли хорошенько, чтобы жидкость не выветривалась. Ну, зараза сейчас будет. Ну, у меня увлажненная кожа. Поэтому они, конечно, будут сползать, что мне не очень нравится. Но, а что делать? Так, теперь, как я уже показала, вот эти вот масочку. Одну маску на одну сторону, вторую на другую. Значит, сейчас мы вот эту вот
от Organic Zone с ахокислотами. Главное, что не это самое, что попало в кадр. Так, соседи, почему мы так громко слушаем телевизор? Я не хочу эту передачу слушать. Мне это не интересно. У меня своя передача. Так, ну буду постоянно. Ой, мама, вот это я не люблю. В патчах. Что они сползают. И сиди, контролируй. И занимаемся только контролем. Так, значит, наносим, как там указано, на 5-7 минут. Тын-дын-дын. Так. Быстрее. Не затягиваем процесс. Так, избегаем, как написано, области глаз. Если вдруг... Что? Так. Я еще избегаю свои родинги. Все-таки это аминокислоты. Я не знаю. Понимаете, как-то опасаюсь. Все вот это. Все-таки это кислоты. Главное про лоб не забыть, про нос. Все это мы с вами... О! Вы представляете, вы видели это, да? Вы видели? Это Матрена. Это Матрена. Но сейчас мы это дело исправим. Сейчас мы это дело исправим. Вот таким образом. Матрена и на вторую сторону решила. Понимаете? Взяла салфеточку. И на вторую сторону. Сейчас мы это дело вот так. Ой, боже. Это же вот... Кому скажи? Ладно. На носик мы... Носик мы оставим. Хотя нет, тоже надо. Все, и это сползло. Господи, ты, наверное, такая меня. Может быть, вот такая хрень. Хочется сделать. Хотя, говорят, перехочется. Делай. Делай, как я скажу. Ну вот, смотрите. Сползла, дорогая. Ну вообще, давай. Еще забирай вот это вот к себе. Ага. Которую надо избегать. Все, это что-то торчит уже. Так. Так, быстренько. Вот так. Ой. Что там у меня? Так, сейчас. Вот, половина, да? Ну, и дабы, чтобы, знаете, было более честно, я сейчас тут смою вот эту вот так вот вообще забрать. Ну, и вторую масочку, которую надо нанести на 15-20 минут, избегая область вокруг глаз. Так, небольшое количество маски. Сейчас мы это сделаем. Тут я смыла аккуратненько одним диском. Сейчас мы нанесем. Ой, боже, собаки-то лают. И все это что-то как-то переживают. Телевизоры смотрят. Так, ну, конечно, я же еще и на шапочку намажу. Ну, а куда без этого? Почему нет? Вот так вот мы сделали, да? Наполовину с вами. Так, сейчас мы вот сюда. Тоже сахар. Кислотами. Так. Ну, будем надеяться, что я смыла хорошо. Тонким слоем. Что я смыла хорошо, и не будет никаких, знаете, взаимодействия одна с другим. Так, вот тут проблемные места, проблемные. Уходите. Маска, действуй. А то что это, да? Мы зря, что ли, все это делаем? Ну, где-то так. Вот такая я красавица. Красота. Страшная сила. Сразу вспоминаю Раневскую. Прелесть. Вот. Теперь пилинг на ручке. Вот он. Замечательный пилинг. Так. Берем свитерок. Сейчас вот так вот. Так, если есть какие-то царапинки, то уже этот пилинг не носить. У меня вроде царапинок нету. На редкость. Где-то так. И оставлю. Все. Через 10 минут мы с вами встретимся. Надеюсь, у меня покраснения не будет. На какой части? Вот, прошло 15 минут. Эти ручки, как они так, как пленочкой покрылись, но это вот так вот... На вид. Но на ощупь, знаете, очень все гладенько. Можно даже, хотя смывать надо. Я все сейчас смою и сниму вот эти вот патчи. И также... Ой, это смотрите. Разваливается прямо на мне. Тоже все смою. Вот это вот... Это все-таки гидрогелевые патчи. Советуют все маски гидрогелевые смывать. И я также это все смою. Все, что мне эта масочка принесла. Ну вот, все смыло. И с ручек все. И с лица. И знаете, я заметила, какой эффект. Смотрите. Я не знаю, будет ли вам видно. Но вот эта часть, она более розовее, нежели эта. То есть... Ой,
Эта маска на этой стороне. Это с этой. То есть это как бы с глиной. Но опять-таки я даже удивлена, потому что на любую глину, даже там где-то она стояла в конце списка состава, да, у меня краснела кожа. Я не знаю, что об этом думать, почему у меня здесь на белую глину, хотя я брала маски, может быть, там более концентрата, больше концентрированной, да, больше этой глины, поэтому у меня была аллергия. А тут, наверное, капелюшку так размазали, добавили, а сюда не... Нет, это самое не попало. Поэтому вполне возможно и... Ну, знаете, а по ощущениям... Знаете, разница есть. Я не рискнула делать пилинг перед масками, дабы я побоялась усилить аллергический эффект от глины, да, поэтому я не стала. Но так как у меня все-таки нет аллергии, я в следующий раз буду же просто пилингом перед масками. Вот, что хочу сказать. Вот эта маска, от этой маски кожа нежнее, то есть она глаже. И знаете, такое ощущение, вот здесь и глина, вот тут, но нету стянутости. Здесь, наверное, чуть-чуть стянуто, но опять-таки еще кожа зависит, но у меня кожа не сухая сама по себе. Но здесь вот глаже, поглаже. Угу. Даже нос, понимаете, и лоб, есть разница. То есть вот это вот, которую я хотела, которую я там стремилась, думала, хочу, как Сморозкова, хочу. Видите, она белее. Я не знаю, видно вам? Патчи, сами заметили, ни о чем. Вот. Да, смывала я спонжиком. Поэтому самое интересное, всегда, когда смываю маски спонжиком, у меня лицо, естественно, краснеет, потому что там вот, ну, как-то, ой-ой-ой, как-то это все-таки немножечко так трёш, чуть-чуть буквально. Но я стараюсь как вот такими вот промакивающими движениями. Но вот, здесь мгновенно все равно становилась кожа белее. Здесь как бы еще такая розоватость присутствовала. То есть все-таки белая глина отбелила мое лицо. Я чем очень рада. Пилинг для рук вот этот шикарный. Просто это вот, знаете, вот моя любовь с первого применения. Это NET. Я дальше буду корейские заказывать. Однозначно на первом месте для меня вот эта вот масочка Белита с маска для лица с муцином улитки. Супер маска, мне понравилась. Это тоже хорошая маска. Может быть, у меня, знаете, какой-то вот накопительный эффект. Потом на мне как выдаст, как помолодею, как покрасовею. То есть, знаете, меня не узнаете. Что я делаю потом? Я наношу также от Белита гиалуроновую для век. Но это не реклама. Это я просто показываю, как я ухожу за своим лицом. Поэкспериментировали с масками. Так, быстренько. Это у нас не крем, это у нас сыворотка. Поэтому... Так. Да что ж такое-то? Вот. Ой, блин, мне еще надо будет с волос маску смывать. Ладно. Ну, ничего. Сейчас покажу просто. Вот. А потом, если что, добавлю. Ничего страшного, лишнего не бывает, я считаю, в косметике. Потом также от Organic Zone вот это вот, это я пользуюсь крем для глаз также, хороший крем, мне он понравился, я пользуюсь, так как это была сыворотка очень быстро впитывается, она быстро, что называется, исчезает, вот, внедряется и начинает свое действие, мы закрепляем это все, защищаем от внешних каких-то вредных воздействий на кожу кремом, то есть мы запечатываем результат. Наговорила. Так, быстро. Вот так вот. Вот. Ага, от. О, выдавила. Нет. И к носу. Внешне. Уголков глаз. И к носу. Это чтобы морщинки. Если у вас сильные синяки, мешки, не делайте так. В обратную сторону. Надо, чтобы эту жидкость нафиг убрать, а не концентрировать его вот здесь, вот здесь, чтобы не здесь никаких мешков. Так, это значит, мы воспользовались, это мы воспользовались, это мы тоже. Так, теперь для лица. Также я пользуюсь вот такой же. Это все серии. Это тоже сыворотка для лица. Мне очень нравится. После нее кожа. Главное для меня знать. Ой, я же не то достала. Я не то достала. Я же. Ай-ай-ай! Вот она. Темнее. Хорошо, я, знаете. Вот такой тюбичок. Ну, я все показывала, до этого сейчас не в этом суть, я просто показываю, и мы посмотрим с вами, выйдем результат. Вот так вот, вот снизу, чтобы все это брыли, какие-то наши обрыли, чтобы они все ушли и нас оставили. Вот. Конечно, обожаю я вот этот процесс нанесения сыворотки. Невероятно, мне так нравится, чувствуется сразу увлажнение, хотя лицо у меня склонно к жирности, да? Ну вот чувствуешь вот это увлажнение, обалденно. Дабы вам показать, не кверх ногами. Вот. Ой, это не реклама,
Это просто я с вами делюсь. И вот это вот крем, так как та сыворотка. Несколько секунд, минут. Вот. И мы сейчас все это дело закрепим крем. Вот. Конечно, плохо, что вот так. Я люблю больше тюбики. Так, тут. И мы поехали. Вот так вот. Иногда я также делаю для декольте. Хоть там мне написано, что это для можно для декольте. Ну, вот эти все масочки. На иной раз меня, знаете, как бы заносит. Я считаю так. Все. Давайте мы сейчас и на декольте нанесем. Вот. В этом плане я, знаете, не столь стабильно. Лайн мне. Вот таким уж совсем спа. Так, все. И на ручке мы нанесем. Сейчас вам покажу. Заказан я вам уже показывала, вернее. Масло ши. Пахнет она. Это вонючка. Вонючка, она невкусная, сразу скажу. Ну, здесь его много. Его так берешь, оно очень твердое. Но это так и это и нормально. Так же, как кокосовое. Вот оно. Вот так вот немножко подержишь. Оно расступится. И мы разносим. Не сразу растапливается. Вот. И вот так вот разносим. И все. Пахнет неприятно, но эффект мне очень нравится. Я и наверное сделаю. Фу. О! Это вот от запаха я. Балдею. Это как-то одной блогера. Ароматы косметики. Боже. Это вонючки косметики. Вот это вот. Фу, вонючки косметики. Что я еще делаю? Еще. Вот так вот. То есть это я и пальчики, ладушку. Еще раз вот так подержу. И просто вот так вот. И это все оставляю. Ой. Все. И вот у меня, знаете, она как масочка, она будет впитываться, она впитается не так быстро, потому что я уже руки свои, как я считаю, все-таки напитала нормально. Сейчас она руки мне не сохнут, но я также принимаю еще то, что мне посоветовали. Приготовила понтовит, вот такие витамины. Тут комплекс несколько там витаминов, которые полезны для кожи. Вот я. Все вам показала, все рассказала. Все. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Я старалась. Видите результат? Все-таки эта сторона. Смотрите, эта сторона белее. Ну вот как ни крути, как ни верти. Так, все, на этом все. Спасибо всем за внимание. Большое спасибо, что зашли на мой канал. Огромное спасибо всем, кто подписался, кто со мной давно, кто пишет комментарий. Хочу вам пожелать крепкого-крепкого здоровья. Не болейте, мои дорогие, всех благ. О, кстати, еще можно вот это масло ши. Даже вообще, на что угодно можете намазать. Очень полезно. На губы. Если я не собираюсь пить, тоже. Просто мне запах не нравится. Кто-то нормально? К этому запаху я, да. Вот. Берегите своих близких, мам, пап, бабушек, дедушек. Также жен, мужей берегите, любите, их хульте и лелейте. Деток воспитывайте. Ой, от нас подальше. Деток воспитывайте, не забивайте, не гнобите их своим авторитетом. Растите их личностями, которые могли бы за себя постоять словесно. Вот. Ну и мирного неба над головой, дружбы между народами, уважение, взаимопонимание между разными вероисповеданиями. До новых встреч. До свидания.